Работа Андрея Зарубина «Аллея на Крепостной» была выбрана лучшей, по мнению редакционного жюри. Приз – сертификат на 3000 рублей от салона магазина «Время подарков». Лидер народного голосования – работа «Виола прекрасная», автор Елена Алексеюк. За эту фотографию было отдано 106 голосов. Приз – сертификат на 3000 рублей от магазина «Фотомир». На награждение приехал брат Елены. Третьего победителя определил счастливый случай, а точнее генератор случайных чисел. Счастливчиком оказалась Елена Атаманчук. Приз – сертификат на 1000 рублей от магазина «Мегамир». Самому юному участнику фотоконкурса, 12-летнему Амиру Мирзакаеву, жюри решило учредить поощрительный приз. Когда мы отдыхали на Кипарисовом озере, то там я увидел очень красивый цветочек под названием одуванчик. И когда я узнал о конкурсе «Цветущая Анапа» на Анапе регионе, то тогда решил отправить это фото туда. Также поощрительные призы, запасы полезной воды от нашего партнера-производителя иммуноводы «Эрада» получили еще 5 участников. Спасибо Анапе регион, да, конечно, в первую очередь, что заметили. Недавно были в Феодосии буквально на днях и просто поразились, там вообще ни одного цветочка нет, просто голый, пусто. И Анапа на самом деле это рай. Анапа регион благодарит партнеров фотоконкурса, салон-магазин «Время подарков», магазин «Фотомир» и сеть магазинов «Мегамир».